По версии следствия, обвиняемый на протяжении более 10 лет, являясь главным врачом Оренбургского противотуберкулезного диспансера, злоупотребил своими должностными полномочиями при приеме, служебных перемещениях, переводах, учете рабочего времени двух фиктивно трудоустроенных на различные должности граждан, в том числе не предусмотренных штатным расписанием лечебного учреждения, и похитил путем растраты вверенные ему денежные средства бюджета Оренбургской области в крупном размере. Я сейчас жду мотивировочной части апелляционного суда для того, чтобы подать в президиум областного суда. Это необходимый этап, его нужно пройти, хотя я в него мало верю. Я вообще в оренбургские суды говорил и могу повторить, мало верю. А дальше Верховный суд. Там процентов 90 вероятности, не 100, но процентов 90 вероятности того, что приговор обвинительный отменят.